которая стояла здесь, героически защищала нас от нас самих. Зачем им знамя, если можно, вернее, нужно сбежать самому? Дебальцевский котел тает стремительно, причем настолько, что части Донецкой армии не успевают порой преследовать отступающего противника. Список освобожденных от киевских войск поселков увеличивается каждый день. Ольховатка, Камышатка, Малоорловка, а теперь и Новоорловка. Части вооруженных сил Украины откатываются от южных рубежей котла, оставляя без боя целые укрепрайоны, как, например, в Новоорловке. Это помещение украинские солдаты использовали в качестве казармы. Вот здесь спальные места, в центре импровизированная столовая. О том, что они уходили в спешке, свидетельствует вот начищенная картошка. Ее даже сварить не успели. Офицеры Донецкой армии осматривают позиции противника. Удивление не скрывают. Производит впечатление малодушие украинской армии. Иметь такой серьезный укрепрайон и просто бросить все, уйти, убежать. Окопы, блиндажи, пулеметные гнезда, даже капониры для бронетехники. На десятках метров целый укрепрайон. Он прикрывал въезд в село Малоорловка. А по периметру, чтобы не прошла бронетехника, еще и обложились противотанковыми минами. Их хотя бы видно, а вот противопехотных мин-ловушек, да и просто растяжек, украинские войска хоть и торопились, но разбросали повсюду. Дальше мы без саперов не пойдем. Хорошо оборудован по всем законам инженерного искусства. Что, растяжка была? Да. Где? В блиндаже? В блиндаже. На входе? Нет, в углу стояла. И вот это было примотано. Примотан пластид для усиления поражающего эффекта. Саперы работают с утра до вечера, и их не хватает. Сюрприз может поджидать повсюду. А что это? Мина ОЗМ-72, выпрыгивающая мина. Давайте отойдем. Обезвреживают ее на месте. Но взведена была? Да, мина взведена. У нее есть сейсмический датчик. То есть она может тебя подпустить и потом подорвать. Особенность Малоорловки в том, что укрепрайон на въезде лишь часть эшелонированной системы обороны. На расстоянии всего лишь километра еще одни, не менее серьезные позиции. Шахта Енакиевская сама по себе сложный для ведения боевых действий объект. Никаких специальных сооружений украинская группировка, которая базировалась здесь, не строила. Оборону здесь можно было бы держать очень и очень долго, но украинские солдаты ушли с шахты Енакиевской сами. А перед отходом подорвали часть зданий, чтобы труднее было возобновить работу. Ведь уголь до войны шахта выдавала. Вот пирамиды со 120-миллиметровыми минами, груды выстрелов гранатометом, кучи патронов в ящиках и россыпью. Остальные трофеи ополченцы уже пустили в дело. Красота. Это, товарищ Ванков, насчет того, откуда мы берем боеприпасы. Сами оставляют, сами берем. А почему так все вот безалаберно навалено? Кого призывают, так и воюют. А воевать бывшая группировка, попавшая в Дебальцевский капкан, судя по всему, не очень-то и хочет. Из относительно крупных населенных пунктов у них под контролем остается лишь поселок Ильинка в центре котла. Поняв, что организованно пробиться к своим не получится, солдаты мелкими группами стараются просачиваться сквозь блокирующие их части ополченцев. Антитеррористическая операция против сепаратистов, как именуют войну, Киев, на пользу украинской армии не идет. Добровольцы, батальон «Донбасс». И внизу, Юра, сепаратизм шкідливий для вашего здоровья. Шкідливый означает вреден. Для ихнего здоровья он очень был шкідливый.